Всем добрый день, ребят! Сегодня я на очень необычной локации. Хотел показать гостям курорта, да и местным жителям, которые собираются в скайпарк и в село Голицыно, в Каменку, на конек Псаха, что есть одна маленькая ловушечка с заездом на сплошную, которой активно пользуются сотрудники ДПС города Сочи. Вон там вот видите мой минивэн, вот у эмблемы скайпарка. Вот там стоят сотрудники ГАИ чаще всего и цепляют. Сейчас я вам покажу с выездом на встречную полосу. Вот сзади меня вы видите, вот так вот покажу, вот так вот. Вот еще раз покажу вам поворот. Держитесь, соответственно, крайний с правой полосы, когда вы едете на скайпарк на Голицыно. Ничего сложного. Чуть только вы чиркнете сплошную, вот так вот, допустим, подрежете, соответственно, там вас тут же снимает камера, и вы получаете протокол. Соответственно, дальше судья решает, если у вас было лишение, то, скорее всего, вас лишат прав. А если нет, то назначают штраф в 5000 рублей, ребят.